Ну что, я нажимаю? Да, этот маяк и жил свое. Поехали! Это десятый выпуск. Та-дам! Здравствуйте, летсплей по Майнкрафту, с вами Тесла и Драколич, это очередная серия, юбилейная, десятая, нашего летсплея по игре Майнкрафт, так-то. Да, еще собака, чуть не забыли собаку. Принесем ее в жертву. Вулкану. Тут нет вулкана, и у меня нет лавы, просто заруби ее. Нет, нет, не сойдет так. Ладно, если конкретно выпуск, скорее всего, у нас будет просто взрывной. Просто будем ходить взрывать нашу пещеру. Ну, да, не просто взрывать. Уже взорвали. Пришла очередь пещеры. Да. Пойдемте взглянем на наш маяк. Фаросский. Он уже, я думаю, успел самовосстановиться. Да. Определенно это так. Собственно. Ну да. Ну, собственно говоря, немного поменяли вид Майнкрафта, просто чтобы выглядел поприятнее. Ух ты ж! Ты бы знал, какая у меня здесь картинка офигенная. Да. Это старый текстур. Пак. И что это такое? Это моя. Это лодка. Ну, это моя да. Конкретно. Мы, конечно, извиняемся за долгое отсутствие. Были веские причины. Правда? Ну, да, не столь веские, но были. А теперь мы постараемся выкладывать по серии, ну скажем, в неделю. Как минимум. Ну не, как максимум. Ну, мне кажется, как минимум. Ну ладно, там посмотрим. Так, мне нужен песок и динамит. Мне казалось, когда я причаливаю на лодке, меня должно портовать на берег, но этого определенно не произошло. Ну, тебе казалось, в том-то и дело. Блин, все-таки текстура мяса меня вообще не радует. Я не буду говорить, на что это похоже теперь. Так, отлично. У меня откуда-то 18 табличек в инвентаре. Так, и у нас нет песка. Блин, качество, конечно, фотки вообще отстойное, но я вижу, что это картина, где Бог изгоняет Адама. Свергает его, типа, скидывает с небес. За религиозные мотивы. Да вот не знаю, что-то религиозный текстурпак получился. Ну и стекло, конечно, меня доставляет, которое, блин, такое прозрачное, что я очень часто врезаюсь в него. Так, ладно. Будем надеяться, что зрителям понравится. Это главное. Ну, пещеры определенно выглядят, так скажем, более злобно. Ну, хотя, с другой стороны, это своеобразный вкус. А, так, а зачем я спускаюсь? Я, наверное, спускаюсь взять пшеницы, потому что, в принципе, нам надо наверху понастроить динамита. Это главное. Ну, у меня вот сейчас в инвентаре 19 пороха. Сколько-то динамита я сделаю. Эпичная пшеница. Очень эпичная. Все время забываю, как он располагается. Крестик. Дай угадаю. Песок по углам. Нет. Я думаю, что да. Пороха надо 5, песка 4. Чё, нет, что ли? Ну вот ты только что сам ответил на свой вопрос. Действительно, пороха надо 5, песка 4, поэтому порох располагается крестиком, а в остальные места он... А, точно, точно, я перепутал просто местами. Так, чего-то мне не хватает. Конечно, пороха. Ну да, у меня есть 3 динамита. Это, конечно, много, да. Боюсь, что на что-то глобальное нам не хватит. Я плыву. Да у нас было больше пороха на острове, так что сейчас понастроим. Собственно, я вообще-то с острова и плыву. А, я имел в виду на острове основном. А, окей. Так, что-то... так, стоит, наверное, сказать, что скоро выходит Minecraft 1.4. Точную дату, скажи.
24-го, по-моему, или 26-го, Октября? точно не помню. Да. То есть уже совсем-совсем скоро. Так, где? Я на основном острове. Так, в общем-то, сейчас разберусь, что у нас с этим. Gunpowder. 24 в одном сундуке, в другом сундуке. Блин, это все уголь. Почему угля и этого такие похожие текстурки? Ну да, слушай, определенно не очень большое количество. Мне казалось, у нас было дофига и больше. Прям совсем, слушай, мало. Я не знаю, что нам точно делать. Отправиться в пещеру и бить криперов. Да тоже не вариант. Зачем-то... Или бегать ночью по острову и тоже бить криперов. Так а зачем тогда, спрашивается, строили эти фермы? Спавнер. Да. Но это скучно стоять возле спавнера и ждать криперов. Если бы мы не снимали выпуск, мы могли бы так и поступить. Так мы можем дойти в теории. Нет, нужно больше экшена. Экшона. Ну да, поэтому пойдем, наверное, там в пещеру, все дела. Кстати, заготовь мне, пожалуйста, мечей, это что-то у меня вообще в ноль. Алмазный. Да, не обязательно, сойдет и обычно. Хорошо. Обычно это значит железный. Так, а я вот как дурак, блин, собрал пшеницу, а посадить новую забыл. Ну, бывает дело такое. Так, ну тогда я думаю, вернемся ночью и устроим юбилейный экшен. А мы плывем под луной. Ну, точнее, я плыву. Но, конечно, ты плывешь, а у меня нет лодки. Кстати, там уже я вижу двух криперов. Можно... Четырех. Может, начнем убивать? Где ты их там увидел? Вот, я смотрю сейчас на них. Ух ты, пошли. Мы вообще собирались, конечно, сплавать на тот остров. Да, пошли на таинственный остров. В лесок. Восходит луна, непонятно откуда. Ну, напрашивается одно слово, но я не буду его говорить. От верблюда. Да, но это типа мы вернулись в лес наш таинственный. Нет, как там его? Лес волков. Да, лес волков, таинственный нас остров. Надо поставить таблички, а то путаемся. Так, ты кого не видишь? Ну, сейчас. Будем А я смотреть. нашел крипера. Эй, крипер. Ну да, прибыль не слишком большая все-таки. Возможно, ферма была бы удобнее. Ну, может там что-то и есть. Сейчас мы сходим и проверим, соответственно. Спавнер криперов бы неплохо. Жаль, такого не существует только. На, подарочек тебе скинул, братишка. Братишка тебе там поплавать принес. О, это же лодка. Ура! Как я тебя плавать буду? Вилкой, что ли? А при чем Не здесь знаю. вилка? Плавать нельзя вилкой, можно плавать топором. Это да. Если это, конечно, можно назвать плавать. Ой-ой. Я шип факел. Так, ну ладно, 12 динамита. Приступим к самому. Хотя что тут эпичного?
12 динамита, это вам не Ну давай 100. хотя бы вот эту стену снесем, там, не знаю, как-нибудь. Надо прокопать. Да блин, ну твое оружие такая страшная, конечно. О, кстати. Стой, ты уже заложил динамит? Нет, стой. А иди-ка сюда, сними шлем. А нет, не надо, не Зачем? надо, все. Так, надо как-то, я не знаю, как динамит на расстоянии скольки блоков его надо ставить, чтобы он взрывался. В смысле, чтобы нормально взрывался? Ну да, чтоб сразу. Ну, вообще, нам надо ставить где-то на расстоянии 10 блоков друг от друга. 10? Да. По-моему, не достанет Так радиус. и... А ты хочешь, чтобы доставал? Конечно. Чтоб сразу все А, ну тогда рвануло. 9. Вот, шел Тогда редстоун. 9 где-то должно быть. Хотя и то, да, возможно, много. Да, и вставлять его надо все-таки повыше, а то зачем нам дыры в А, полу? ну да, логично. О, где-то моя кирка с эффективностью. Сейчас будем добывать редстоун. Кирка с эффективностью. Ну да. Тогда ты, в принципе, там можешь сам посмотреть там. Я просто, честно говоря, забываю радиус взрыва динамита. Ну, пятерочка точно. Так кто Ну его там же знает шестерочка вообще? точно есть. Может, 7, слушай. Вот расстояние 7 блоков друг от друга точно сработает. Водичка. Так. Не знаю, попробуем его где-нибудь тут установить. Честно говоря, без понятия. И 5. Может, все-таки 5 блоков? Думаешь, 5? Я просто без понятия. Не, ну можешь 5, но, по-моему, все-таки это совсем близко. А где ты там закладываешь-то? А, понятно. На втором этаже. Поставили мы, конечно, себе цель какую-то дикую. Ха-ха. Так. А еще надо понять, откуда на это будет лучше всего смотреть. Подожди, а давай часть тогда еще туда, вглубь заложим, вот так вот. Блин, у меня кончилась кирка. Что мне делать? Дай мне свою кирку. Сейчас, я не знаю, подниму стрим. Может, надо освещать... давай, короче, будем тогда немного менять вещание. Надо как-нибудь освещать какие-то события в нашем шоу. Блин, я уже поднялся на второй этаж. Отлично. Ну ладно, сейчас Так, я что к там у тебе нас? приду. Там, я не знаю, нашумевшая новость, там, Португалия, Россия 1-0. В пользу России. Удивительно, после Ну вот да. такого слива Грец. О, А, слушай, может, алмазная я тебе дам кирка. все-таки, да, обычную каменную. Чё это такое? Что такое? Ты как-то застрял Что все. это было? Типа того, Как ладно, вот, тебе? да. Да, то есть после такого слива Греции, Бамсы, Португалию, ну, неплохо. При том, что команда была сильная, так, какие там еще новости? Ля-ля, там вышел iPhone 5, так, хрень. А, скоро Windows 8 выйдет в продажу. Хотя, по-моему, в интернете она уже давно появилась, на самом деле. Опа. Я докопался до другого динамита. Да. Если Поел. Не ошибаюсь, Windows 8, так, что это значит? Они взяли у нас Windows Mobile и на компьютере сделали. Ну, в общем, это все. Ну, скоро выйдет новая Kings Bounty. Ну да. Но если не ошиб... Ну, что, нормально. Это будет разве полноценное дополнение? Ну да.
Просто той же компании они собираются выпускать дополнение космическим рейнджерам вторым, но, скажем так, название дополнения называется «Революция», и, скажем так, это дополнение уже делали в свое время фанаты игры, то есть оно, правда, имело, ну как, оно сначала, конечно, имело много багов, куда без этого, но к конечной версии, скажем так, то есть там вот если каждый патч рассматривать, то есть там просто огромный список исправленных багов, то есть, в принципе, к конечной версии игра уже была не забагованная практически. Ну, а сам по себе патч, конечно, дополнение, если веселое, там, насколько я помню, добывают много таких отсылок, добавляется, например, что-то там Рейнджер, Оби-Ван Кеноби и Люк Скайуокер, и надо там меч передать, в общем, много веселого. Ну и, соответственно, решили разработчики, что типа, ну вот, сделали фанаты, а давайте-ка мы выпустим сами и денежку за это получим. So slow. Они выпустили фанаты дополнения. Давным-давно уже. Ну да, давно выпустили. Хотя опять же... Ой, опять же я говорю, золото. Что к играбельности это не очень скоро приблизилась эта версия, потому что, ну, все-таки лаги-то бесят, когда тебя там выкидывает. Ой-ой-ой. Все, я установил весь динамит. Блин, который вот, у нас я был. Не хочу все-таки, чтобы был такой фейл, что динамит не взорвется. Ну что поделаешь. Селяви. У тебя нет палок. Рычаг обычных, сделал? Деревянных. Сейчас сам сделаю. Да. Я сам наладил. Красивый такой. Только мне одного не хватает, как ты понимаешь, если ну, будет. Ну, сделаю такой еще, фейл. У меня еще 6 палок, 6 рычагов. Подожди, может, ты я вниз что, поехали. Спущусь? Снизу это будет. Прикинь, сейчас еще и ферму снесет. А у меня получилось не очень, потому что я снизу ничего не видел. Да. Да, тут были маленькие... Есть даже до сих пор маленькие технические неполадки со скайпом. Это, блин, совершенно не важно. Потому что главное выполнить поставленную задачу. Убить вот этого зеленого урода. При помощи, скажем так, подручных средств. Yes! Да, вы это видели! Yes! По-моему, очень даже классное завершение выпуска. Yes. Да, ты мой раб, принес мне пластинку. Да? Да. Давай ее послушаем. Пипец, тусень. Отлично. Только у меня звуки как-то не очень. Ладно. На этом наш выпуск завершен. Да, сделайте вот это. Да. Давай ты тоже. Делай это. Ой-ой-ой. Итак, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нам нужно больше лайков и больше подписчиков. Всем удачи и всем пока. Пока.